Скажите, пожалуйста, вы за или против абортов? За. Почему? Потому что это дело женщин, а не мужчин. Вот. А многим женщинам часто бывает по разным обстоятельствам жизненным это необходимо. Нужно их запретить, по-вашему? Я не считаю, что их нужно запретить. Я считаю, что аборты, они в качестве крайней, исключительной меры при экстренных жизненных обстоятельствах, они скорее нужны. Запретить или разрешить? Аборты именно? Да. Скорее запретить, чтобы рождаемость повысилась. Нет, я бы, конечно, к этому подошла посложнее. Считаю, сложный это вопрос. Это личное дело каждого. Как ты можешь запрещать? Разные. Может быть, там, по состоянию здоровья приходится сделать аборт, допустим. Я бы, наверное, не стала бы так категорически запрещать. Надо рассматривать это с двух сторон. Запрещать не нужно? Нет, категорически. Ну, полностью запрещать нет, надо это рассматривать, этот вопрос. Нельзя запретить не полностью. Нет, а в том-то либо да, либо нет. Нет, я бы не запретила бы. А ты бы да, я бы нет. Я не думаю, что их нужно запретить. Просто как-то... Больше, чтобы законно было, меньше нелегальных и так далее. Ну вот как, нужно их запрещать или пускай кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот не делает? По-моему, это личный выбор каждого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я за. За что? За. Против абортов. Нужно их запрещать? Нужно относиться к этому серьезно и разумно. Ну вот на законодательном уровне надо запретить? Ну, на законодательном, наверное, нет. То есть пускай каждый сам решает. Ну, тогда возникнет проблема брошенных детей, увеличится количество, скорее всего. А нежеланный ребенок кому нужен? Ну... Не нужен, получается. Поэтому запретить ничего невозможно. Нужно, мне кажется, упор поставить на социальную рекламу, да, чтобы девушки относились более серьезно к выбору партнера, да, и способу защиты, скажем так, от нежелательной беременности. Это очень сложный вопрос, я не готова сейчас отвечать. Ну как, вот нужно их запрещать или нет? Запрещать не нужно. Скажите, как вы считаете, нужно ли запрещать аборты в России? Думаю, что нет. Просто надо создавать условия, чтобы до этого по возможности не доходило как-то. Ну, если уж случилось, там же есть какие-то разницы, там, какой срок и вообще. Ну, то есть много вопросов. Ну вот на законодательном уровне запрещать не надо. Нет, конечно. Ну, это медицинские вопросы, это планирование семьи, это всегда. Потом такие трагедии могут быть, могут и семьи распасться, и отчуждение, и потом еще хуже будет. Но это вообще очень болезненный вопрос. Нужно ли их запрещать? Ну, в общем, да. Запретить нужно, да? Запретить. А это разве не личное дело каждого? Ну, это и личное дело, но дело в том, что это все-таки нарушение. Чего? Ой, ребята, я сейчас такая восставшая. Божьих заповедей, вот это что нарушение, понимаете? Нельзя, это детоубийство. И заниматься этим нельзя. Вот, поэтому надо запрещать делать аборты. Это детоубийство. Вот, криминал, короче говоря. Я думаю, это женщина должна решать. Вам вообще по барабану? Я считаю, что просто ситуации бывают у людей разные в жизни. У кого-то так, у кого-то иначе складывается судьба. Поэтому здесь женщина должна сама решать, рожать или не рожать. То есть на законодательном уровне запрещать не нужно? Нет. Вашему нужно ли запрещать аборты в России? Нет, не нужно. А почему вы так именно считаете? А потому что это вызовет всплеск подпольных абортов с летальными исходами, в том числе для несчастных женщин. И кроме того, женщина сама вправе выбрать, рожать ей ребенка или не рожать. Она на это имеет полное право. Вы знаете, что такое бэби-бокс? Да, знаю. Вы за то, чтобы их разрешить или за то, что запрещать их нужно? За то, чтобы разрешить. Наверное, нет, пусть будут, наверное, да. Потому что есть же такие, которые могут рожать, выкинуть. Это, по крайней мере, ребеночек будет жив. Хотя бы, ну, и здоров, по крайней мере, отчасти.
затрудняюсь ответить, но... не могу сформулировать свое мнение. Ну, должно быть какое-то место, где можно оставить ребенка, если он не нужен. Я считаю, что ребенок должен быть нужен. Нужен, да? Мне кажется, нет. Мусорный бачок их выбрасывать? Нет, я вообще за то, чтобы не было брошенных детей, не было бэби-бумов, да, вот как коробок, как они называются. А, опять же, да, упор на то, чтобы не возникало вообще, в принципе, такой ситуации. Это очень... Но она все равно будет всегда возникать. Всегда кому-то не нужен будет его ребенок. Не все же думают, прежде чем делают. Нужно, значит, как-то заставлять задумываться людей об этом. Я не знаю. Знаете, что такое бэби-бокс? Да, знаю. По-вашему, они должны быть? Да. Понимаете, раз я ответил утвердительно на первый вопрос, тогда, по идее, надо быть логичным и оставлять бэби-боксы. Не должны категорически против этих... Пускай в мусоропровод выбрасывают. Нет. И мусоропровод. Пускай через опеку устраивают этих детей в интернаты. Так, вот так вот. Где их возьмут? А вот здесь, мне простите, неизвестно, сколько он пролежит в этом боксе. И... Не, он там нисколько не пролежит. Его там сразу заберут. Ну, сразу заберут? По сути, медучреждение. Медучреждение, да? Ну... Если это так вот сразу заберут, то это, в принципе, это то, что я говорю. Вместо того, чтобы идти в опеку, вот можно, да, вот может быть это, да, да, это может быть разумно. Думаю, что должны. Обязательно, чтобы младенцев не бросали в мусоропроводы.